Здравствуйте. Для того, чтобы разгрузить зону между черепом и шеей, необходимо знать одно упражнение. Это самомассаж. Нам понадобится мазь, нам понадобится любое устройство в виде дезодоранта с круглой крышечкой, потому что именно ей мы будем делать массаж. Накладываем мазь на ту зону, которая нас интересует. А нас интересует зона в основании черепа, между волосистой частью головы и свободной кожей шеи. Наложив мазь, мы должны сделать одно важное условие. Наклоняем голову вперед и поворачиваем на 45 градусов вправо или влево. И та сторона, в которую мы поворачиваем, мы ее и будем массировать. Берем удобно, чтобы не уставала рука, устройство, которое мы взяли, и круговыми движениями массируем зону, которая нас интересует. Вы почувствуете болевые эффекты. Это значит, мышцы, которые держат голову, перенапряжены. И нам их надо расслабить до исчезновения болевого эффекта в них. Этого можно достичь недолгим сроком. То есть за 5, 6, 7 минут вы сможете полностью размассировать эту зону с одной стороны. И после того, как вы ее размассировали, можно перейти на другую зону. Точно так же наклон вперед на 45 градусов. И также круговыми движениями. Разгружаем паравертебрально зону от первого до четвертого шейного позвонка. Это необходимое условие, когда мы наклоняем голову вперед, потом поворачиваем на 45 градусов, позволяет вывести лестничные мышцы на такой уровень воздействие на них, что это воздействие становится максимально качественным и полезным. Желаю вам здоровья, разгружайте верхний шейный отдел, будьте здоровы!